Мэр Магадана Юрий Гришан проверил готовность МБУ «Сельхоз» к пожароопасному периоду. По словам главы областного центра, техника организации уже устарела, и ее необходимо обновить. Действительно, вот в 2012 году получили крайнюю машину «Фермер», которая оборудована необходимым инвентарем для тушения лесных пожаров. Поэтому мы подобновим парк. Здесь как минимум из вот этих вот фермеров, которые работают в лесу, как минимум одну машину еще новую приобретем. И руководство лесхоза попросило вот на базе трактора МТС, есть очень хорошая машина, как раз она приспособлена и укомплектована для тушения лесных пожаров со специальной защитой в случае падения деревьев. Специалисты отмечают, что магаданский лесхоз нуждается в приобретении новой техники. Работники отметили необходимость в покупке трактора на резервном ходу. Вообще это, так скажем, универсальный лесопожарный модуль на базе трактора МТЗ, Беларусь МТЗ-82.1. Для нас он в самом удобном варианте. Почему? Во-первых, он, значит, может иметь навесное оборудование, и на него можно применить очень много навесного оборудования. К примеру, допустим, тот же плуг ПКЛ-70, с помощью которого можно прокладывать борозды. Пожароопасный период в этом году открылись 19 мая. В связи с погодными условиями в Магадане на данный момент опасной обстановки в лесах нет, отметили специалисты.